Как школьники Василеостровского района проведут это лето? Ответ на этот вопрос дали участники форума «Индустрия детского отдыха» в Ленэкспо. Новый проект Петербурга о детском отдыхе пока в России единственный. Он объединил представителей детских лагерей, районных отделов образования и туристических компаний. Мы сами прошли через Пионерию, через Комсомол и понимаем и знаем, насколько это ребятам на самом деле помогает вообще ориентироваться в жизни, помогает социализироваться в нашем обществе. Поэтому в Санкт-Петербурге мы начали работу по созданию школьных объединений детских. Новые детские объединения, по сути, должны стать возрожденной пионерией со своей атрибутикой, символами и традициями. Цвет галстука и вид головного убора каждой школе или оздоровительному лагерю разрешено выбирать самостоятельно. Юным жителям Васильевского острова в этом году выделят 776 бесплатных путевок в оздоровительные лагеря, куда именно станет известно в марте после окончания конкурса. В прошлом году это были «Ленинградец» и «Пламя». Конечно, в лагере у нас прекрасно кормят наших деток. Мы устраиваем для наших детей районные спартакиады спортивные, где дети награждаются грамотами либо дипломами. Также мы вывозим детей на экскурсии. Также летом в районе будут работать 5 городских лагерей при школах. При 576-й будет со спортивным уклоном. Также творческие спортивные коллективы Василеостровского отправятся отдыхать на юг, в Крым и Краснодарский край. Работающие петербуржцы могут купить путевку за 60% от полной стоимости. К примеру, смена в городском летнем лагере с учетом скидки обойдется всего в 2805 рублей. Документы на получение специального скидочного сертификата надо подавать в МФЦ заранее. Правда, действует он только в течение 30 дней и лишь на ограниченный перечень лагерей.